На фоне явной скудности законов, когда не знаешь, как и что начать, нас развлекает депутат Милонов, дает дрозда и не дает скучать. Он выдвигает инициативы, как из горячей печки пирожки, как организм после неспелой сливы выводит шлаки из прямой кишки. То предлагает отменить бумагу, то газировку хочет отменить, то запретить желает Леди Гагу и вместе с ней Мадонну запретить. ЛГБТ-сообщество бесспорно его внесли в расстрел. Список свой, но Вамилонов рьяно и упорно идет в атаку, как в последний бой. Досталось и абортам, и мигрантам, и МТВ подавлен и закрыт. Их православной церкви с транспарантом не приближайтесь, Вамилонов бдит. Апологет закона и порядка, неподражаемо являясь СМИ. Милонов стоит доброго десятка хороших юмористов, черт возьми. Возможно, Дарвин был неправ когда-то в своем учении, допустив изъян. И мы произошли от депутатов, а не от преславных. Лутых обезьян. В стране заняться явно больше нечем. Везде порядок, очень скучно жить. И Вамилонов предложение мечет, возможно, чтобы нас повеселить. Давайте мы его поддержим, братцы. Он никогда не даст нам заскучать. Пора в Москву ему перебираться. Он будет жечь, а мы голосовать.